Începe ziua vesel. Страусы атаковали водителей на дороге в Самарканде. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале «Спутник Узбекистан». Птицы выбежали на дорогу, перекрыв движение, и продолжили шествие среди машин. Один из водителей специально остановился и попытался поймать страуса. Откуда птицы сбежали и как они оказались на городских улицах, не уточняется. В прошлом году страус устроил погоню за велосипедистом в городе Андрушевка. Житомирская область. Да, на всякий случай напоминаю. Житомирской области. Местные жители сняли животное на видео. Они заявили, что всякое в Андрушевке было, но только не страусы. Ой, невероятно информативная, конечно же. А еще говорят, что страусы очень трусливые птицы. Прячут голову в песок, да. А мне понравилось, что сначала мы об Узбекистане, тут фигачи. Андрушевка, Житомирская область, все украинцы. Одна планета, да. Ну, одна планета, одни и те же люди, страусов. Про страусов зря говорят, что они трусливые, потому что страусиные яйца, видели? Они же здоровые. Нужно иметь вот как минимум вот такие, чтобы выйти на дорогу и еще и посреди машин бегать. Кстати, ничем не отличаются от обычных яиц. Нет, они больше. Они больше, гораздо больше. Кристина, 30 лет в яйцах не разбирается вообще. Не разбирается. Я просто их не ем. Слушайте, а мне напоминает вот эта история. Так их не есть надо. Знаешь, вот ты едешь по дороге там где-то, там какие-то страусы появляются, и они вот какие-то такие заносчивые, видимо, как вот на центральном рынке. У нас есть сегмент, где продаются соленья. Да-да-да. И прекрасные женщины с гинекологическими какими-то вот пинцетами берут тебя вот это доброе дело. Хай-бэйтель. Ну, в рейсе, говорю, бэйтель. Я туда иду в двух случаях. Если я очень голодный... Или если заблудился случайно. Если я... Если на второй день после того, как ты выпил что-то. Да-да-да. Вот-вот-вот я. То есть как с зеленым змеем у меня что-то было, какие-то взаимоотношения накануне. Смотря что за машина. Некоторым водителям, наверное, страшно было, потому что если ты на смарте каком-то едешь, то тебя страус может задавить просто. Или на какой-то такой крупной машине.